150 тысяч человек собрались на площади Санам Луанг в Бангкоке, ну, для того, чтобы исполнить новую версию королевского гимна. Так люди почтили память почившего монарха. Под открытым небом собрались не только жители столицы, но и приезжие из отдаленных районов, фактически поселившиеся у дворца. Новая версия гимна, кстати, будет использоваться во всех кинотеатрах страны перед началом каждого сеанса. Зрители должны прослушать гимн по традиции стоя.